Об этом сегодня рассказал губернатор региона. Вениамин Кондратьев провел совещание с руководителями дорожных предприятий. Он обратил их внимание на то, что пора отходить от точечного ремонта и приводить в порядок улицы в комплексе со всей инфраструктурой. Еще раз подчеркну, это качественная жизнь, кто бы что ни говорил. И мы должны сегодня эту качественную жизнь в нашем Краснодарском крае обеспечить. Есть необходимость структурального освещения, мы это все в комплексе сегодня создаем. Это вот показатель активности в целом и экономики нашего региона, и возможностей, в том числе возможностей дорожного фонда. Не каждый регион мог бы похвастаться, что у него дорожный фонд на этот год был 28,5 миллиардов рублей. Благодаря дорожному фонду только в Краснодаре в нынешнем году отремонтировано 90 километров улиц. На совещании обсудили и строительство новых магистралей, в том числе и транспортного кольца вокруг краевой столицы.